Я приду обязательно. Я так загадаюсь, если мы пристроим кошку сегодняшнюю, то я точно приду. А нет, буду считать, что мой долг пристроителя кошек не выполнен. У нас традиция такая есть. В прошлый раз мы с вами встречались, не доехало до нас животное. Это кто у нас сегодня? Бейлис, кошка. Кошка Бейлис, вот, не знаю, пристроим ее или нет. Она красавица, но она такая, видно, что неспокойная, тоже попеть любит. Я обратил внимание, что она музыкальная кошка. Не учит, да. Очень. Я знаю, что вы собачница, у вас такса Бася, видел в Твиттере. У нас кого только нету. Ну, у вас, да, у вас там, да. Да, вы можете себе позволить в деревне, да. В деревне, конечно, им там так хорошо. У нас Дратхар Фома, у нас русский спаниель охотничий Кузьма, у нас лайка замечательная, зовут ее Маня, у нас такса, зовут его Бася. Ну, вот Бася я видел в сумке, недавно. Так, и... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».